2017 объявлен в Якутске годом добра. Также для столицы республики этот год юбилейный, 385 лет, запланирован ряд мероприятий. Обо всем по порядку и подробнее наш корреспондент Юрий Осипов. В этот юбилейный год будет отмечен 385-й маленький житель, родившийся в этом году. По словам заместителя главы города Якутска, это радостное событие должно состояться уже на днях. Но это не единственное мероприятие, связанное с этой цифрой. Супружескую пару, которая 385-м по счету в этом году связывает себя узами гименеи, 385-го посетителя библиотеки. Ну, вокруг вот этой цифры у нас различные планы тоже имеются. По состоянию на сегодняшний день было зарегистрировано уже около 270 браков. Помимо этого, добровольцами запланирован новый проект по вязанию своими руками варежек. В ноябре-декабре этого года они бесплатно будут розданы горожанам. В рамках этого направления хотим, чтобы каждый горожанин в силу своих возможностей сделал доброе дело для своего города. К следующему учебному году планируется выпуск учебного пособия по градоведению для учащихся 6-7 классов общеобразовательных школ. Выпускается первое учебное издание, называется «Здравствуй, Якутск». Оно разработано такими известными историками. Это Петров Пантелеймон Пантелеймонович и Голованов. Вот. И это учебное издание поможет детям изучать уже в школьной программе историю своего города, историю своего края. Уже 1 сентября ученики городских школ получат эти учебники на руки. Как нам сообщили редакторы книги, сейчас ведутся переговоры с Минобразования для включения в учебный процесс такого предмета, как градоведение. Также запланирован и комплекс мероприятий для всех классов. Окружная администрация города Якутска в этом году подготовила ряд различных мероприятий, направлений, связанных вот именно с поддержкой, изучением истории. Наша команда не осталась в стороне, и по нашей инициативе будет проведен ряд различных мероприятий, именно посвященных с работой с подрастающим поколением. Нами разработана комплексная программа по духовно-нравственному воспитанию среди школьников на основе изучения истории, культуры и традиций по изучению истории города Якутска. В этом году будет выпущена еще одна книга, посвященная Якутску. Она носит название «385 имен». Каждый житель, да, ежедневно сталкивается с именами, с названиями улиц, скверов, памятников, да. А вот не все же знают, почему, ну, эта улица так называется, да. И вот в этой книге мы именно расскажем, да, почему улица носит имя данной исторической личности. И какой он вклад внес, да, в развитие города Якутска. И я думаю, это будет интересно каждому жителю нашей столицы. Апофеозом всех этих мероприятий станет, конечно же, День города, который традиционно пройдет осенью. В этот праздничный день будут подведены основные итоги. Награждены победители конкурсов, а столица республики получит подготовленные ей подарки. Юрий Осипов, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.